Тебя как зовут? Света? Нет. Настя? Нет. А как? Лариса. Серьезно? Да. Ты что, старая родилась уже? Ну да, получается так. Мне же 20. Не-не-не, это счастье 20. Капец. Слушай, ну... Не, серьезно, без рофлов. Ты за кем ссоришь? Реально за Каша, Николай, что ли? Да, конечно. Да ты меня троллишь. Нет, давай, ты нормально что? Поговорим. Какой троллинг? Давай нормально поговорим, блин. Ну, давай. Ну, давай, отвечай на вопрос. Ну, какой? Ну, вот, который я задал. Я не помню, какой. Кого я смотрю? Да. Блять, я не знаю, кого я смотрю. Я в последнее время, знаешь, что смотрю? Смешариков. Все серии. Не знаю, мне просто на Ютубе ничего не выходит. Все, подожди, женщина. Я люблю смотреть. А? Подожди, женщина. Здесь важные дела. Капец. Важнее меня? Ну, понятно. Ну, сейчас я просто помолчу про секунду. Ну да. Да, слушай, действительно, удивительно, плюс действительно. Все, можем общаться дальше. Блин, капец. Ну, короче, смешариков вот смотрю в последнее время. Люблю смотреть про маньяков, хуйню всякую. Беременна в 16 люблю, просто обожаю. Так вот. Я вот люблю у братишкина смотреть «Беременна в 16». Ну, капец. Я, кстати, ну, я пару видео смотрела с ним, ну, типа, его реакции, мне как-то не особо зашло. А на стримы попадала ты? Нет, я не смотрю Twitch, или где он стримит. Ты не смотришь Twitch? Нет, ну, я только если нарезки какие-то на Ютубе, записи стримов. Понятно. А кого еще в нарезках смотришь? Мазела смотришь? Нет, я вообще не знаю, кто это. А этот Даня Кашин? О, да. Его тоже люблю смотреть. Так, а этот Каша Цкала, Николай Цкала, а Диппинс? Нет. А? Ну, я в ТикТоке видела пару видео с ним. Типа, по-моему, он норм, но я не хочу смотреть ничего с ним. Не знаю. Не знаю, просто ну, не хочется, ну, какие-то очень долгие реакции на что-то. Думаю, блядь, иди нахуй. Ну, мне лень смотреть. Да? Ну, не знаю, мне кажется, он бы тебе подошел. Ты вот так говоришь, что ты альтушка, там, няшка. Да, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да! Ой, не кричи так, пожалуйста. Хорошо. Ты меня пугаешь, а ты что смотришь? Я братишкина смотрю. А, понятно. Вот, я фанбой. Не, ну у Диппинса тоже фем-бой? Можно сидеть. Нет, я фанбой, я не фембой. Фембой. Нет, я фанбой. Фембой. Нет, фанбой. Фембой. Фан. Фем. Фан. Я феминистка. Классно. Сюда. Ой. Не, ну слушай, вот давай так. Ты сама бы хотела стать популярной, кстати, стримить бы хотела? Нет. Почему? Я просто хочу много денег. Вот, а популярной я не хочу быть. Так ну, чтобы надо было много денег, надо много работать, правильно? Ну да, но именно популярностью я не хочу. Так, угу. Почему? Не хочу, не знаю. Чтоб на улице ко мне кто-то приставал. Фоткаться, чтобы просили, я не хочу. Ну, слушай, да, наверное, тяжело, блин, всякие. Блин, капец. Ну, а я бы хотел быть популярным. Ну, ладно. Вот, я думаю, у меня бы получилось. Блин, капец. Сори, просто на арбитраже влетел здесь сейчас нормально. Ой. Ну да, вот у меня много денег. Блин, капец, ты крутой. Да. Мяу. Ты прям любишь мурлыка, да, в Дискорде? Да, конечно. А чё ты себя так странно ведёшь для 20 лет, реально? Не знаю, как я себя веду. Давай, оценку со стороны. Ну, как кринжушка такая. Так я кринжуля, да. Ну, вот, не отрицаю. Ну, просто, может, мальчику какому-то, блин, 15 лет, который о льтушке мечтает, ему ты понравилась. Но нормальный мужчине вообще не впечатляет.
Ну капец. Не, ну я вот просто пытаюсь разговаривать, ты меня троллить пытаешь. Вся. Все, я обиделась. Не, подожди, не обижайся, я просто по фактам разговариваю. Ну, чё ты плачешь, коза, блин? Ничем ты меня оскорбляешь? Ну, то, что я с тобой нормально общаюсь, а ты меня манипулируешь. Почему я не манипулирую? Манипулируешь. Нет. Да. Я не такая. Такая? Не такая. Ну, так и чё? Вот, ну, я говорю, почему ты так себя ведёшь? Да как? Ну, странно. Ну, в каком плане странно? Что для тебя странно? Пошла. Давай. Веселиться дальше без меня. А, так, по стандарту. Ищи пиздючка потроллить. Алло? Алло, да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. В Roblox играете? Нет. А чё вы тогда поставили категорию, что вам меньше 12? Я никто поставил. А, вы аноним. Ну, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Здорово. Ты девственник? Подожди, во-первых, ты представься сначала. Я дед Максим. Я господин Никто. Нет, а реально. Матвей, 57 лет. Ну сразу видно, девочки две. Алло. Алло, алло. Блять. Привет, пупсик. Как ты сказал? Привет, пупсик. Подожди, я же мужской пол поставил. Ты кто? Я девочка. Ты девочка? Да. Нахуя? Чтоб было дохуя. Ну, такого точно не будет. По определению. Так, подожди. Что за бред? Алло. А, нет еще. Да не понял! Алло, алло, привет! Да ты даун? Ой, осуждаю. Алло. Алло, здорово. Здорово. Чё, как дела? Да пойдет, у тебя как? В Roblox любишь играть? Нет. Ну тогда отстань, блин, скипни меня. Кто? Ну скипни ты меня, отстань. Кто тебя ебал? Никто меня не ебал, я в Roblox. Ну, блять, пиздец, затроллил дядьку, чуть не заплакал нахуй. Всех, кто... Алло. Алло. Здорово. Здорово. Чё, как ты? Так, подожди, заткнись. Всех, кто пишет, я забанить. Алло. Алло. Алло, здорово. Меня слышно? Сосал? Тебя слышно. Нет, не сосал. Ну это сын Хелена, блядь, какой-то. Пас. Да, да. Алло. Алло. Пятым в КС идешь? Пятым в КС? Угу. Но нет, а вы в Roblox не играете? В Roblox играю. Может, Roblox? Ваня Дипин. Я? Нет. С чего вдруг? Ну не знаю, голос похожий просто. Не-не-не, он в Roblox играет, что ли? Ну, что-то я видел, было такое, то, что он в Roblox играл и с девочками там общался, да. Где? Внутри Роблокса? Угу. Да ну нахуй. Так это, получается, можно и посмотреть? Ну, можно и посмотреть, я, кстати, смотрел. И чё, весело, блядь? Я чё-то просто пол думал... Мне было весело, но, слышишь, знаешь, есть таких, ну, чисто таких тварей, которые смотрят не Twitch, а нарезки, понимаешь, насколько я ужасен? А, блядь, ну не, ну я такой же... Давай, в чате меня сейчас твоим засрут. Ах ты, сука. Я, кстати, тебя не снайпил, отвечаю. Ну ладно, все, играйте в КС, давай. Спасибо, Лерия Александровна. Алло. Алло. Здорово. Здорово. Так, тебя как зовут сейчас? На нахуя? Ну не, просто как с тобой общаться, типа, как к тебе обращаться?
А ко мне не надо обращаться. Ну, давай хотя бы кодовые имена придумаем. Ты будешь Жигуль, я буду Копейка. Окей. Ну чё, Жига? Короче, буду тебе Жига, да? Окей. Типа, коротко. Uh-huh. Рассказывай, сколько лет тебе, чё любишь играть? Мне 14, и я люблю играть в CSGO. А в Roblox не играешь? В Roblox? Нет, конечно. С чего ты взял, что я играю в Roblox? Ну, даже я играю в Roblox. Нихуя ты абсолют прям жесткий. Нет, ну а как ты можешь играть в CSGO, если сейчас только CS2 есть? Ну, надо уметь. Надо уметь пиздеть, получается. Не, я не вру, я сейчас серьезно. И сколько у тебя там, что там, ММР, да, сейчас? Я не ебу, я просто играю. Смотри, называется Legacy Version of CSGO. Ты что, читер, что ли, мэн? Нет. Это, короче, бета-версию надо специальную скачать в Steam. И можешь играть. Слушай, так а не хочешь в Roblox, может, поиграть чуть? Я не играю в Roblox. Ну, скачай, он быстро скачается, поиграем чуть. Да, у меня не комп, а Копейка. Так а вот в том ты делаете, только в Roblox играть, как АКС. Тоже не придумывай. Что, прости? Тебе только в Roblox играть, какая АКС, ты чё? Ну, у меня в КС 200 FPS. Ну, в Roblox, значит, будет 500. В Roblox лагать будет, наверное. Да не-не-не, отвечаю, не будет. Ну, Roblox это ж как киберпанк, да? Типа того. Как тебе сказать? Ну, тут и да, и нет, понимаешь? А, типа, ну, у меня комп не потянет тогда. Ладно, Жигуль, давай тогда. Сука. Алло. 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 Дурачок. Извини, я думал, ты не разговариваешь со мной. Так неловко вышло чуть. Что делаешь? Я мандарин как бы ел, ну ладно. А? Я просто не мог ответить, у меня полный рот в стоку был. Я мандарин ел. Я мандарин ел? Ну ты юморист, блин. Слышь, ты в Roblox играешь? Не Roblox, нахер. Ну, в Roblox. Я в Бравл Старс играю вообще-то. А, и сколько у тебя кубков? У меня тоже есть. А ты сколько лет, дружок? Мне 16. О, пиздец. Чего, блядь? Ну, если у тебя голос и сломался в твои 15 лет, это не моя вина. В мои 16 лет. Тебе 16? Да. И у тебя голос как у поросенка? Пиздец, тебе, конечно, не повезло. Блять, у меня. Ну спасибо, нахуй. Ну чё поделать? Ну чё поделать? Ну так вот такая жизнь. А у одного. Блять. Ну я ростом не выиграл. Я 189. Ну, я нормально такой вид. 170. Ну, 173. Подожди, так ты еще и карлик с пислявым голосом, правильно? Какой нахуй карлик? Ты чё, ёбаный? 173, блядь. Да нет, слушай, мужик, ну это в натуре. Ты представитель дворфов, что ли? Каких нахуй дворфов? Ты чё, в доту, блядь, переиграл? Не, ну ты даёшь. Ну чё, в Roblox играешь, короче? Ой, блядь, какой нахуй Roblox? Ну давай сыграем. Смотри, ты, блядь... Так, а, во-первых, да. Положительный. Ты на первом курсе? Нет, я сейчас пошёл. И по голосу лет 20. А? По голосу лет 20. Ну, братан, у меня и борода растет, блядь. Такие еще школьники пошли. А ты случайно не этот? Не Семин? А. Нет. Какой? А что такое Семин? Семин. Семин. Это кто? Ну, типа... Вы чё, ёбу дали? Вы чё, говна въебали? Вот это. Не, я не знаю, первый раз слышу. Это какой-то мем в ТикТоке? Это вообще не в ТикТоке. Ну я не короче, знаю. Короче, ты не шаришь. Да, не знаю. Так а чё ты в Roblox не играешь? Чё ты только Brawl Stars? Да какой нахуй Brawl Stars, я по приколу сказал. Я в дотку ебашу и в КС-ку. На компе, блядь. А, блядь. Бля, так то давай скачаешь Roblox, сыграем что-нибудь быстренько там. Да нахуй мне этот Roblox сдался, блядь. Я в него, когда ещё маленьким, блядь, совсем был. Маленький совсем, это сколько лет сейчас?
Мне 16, я говорю. Не-не-не-не, ну когда маленький был совсем, сколько тебе лет было? Ну, блядь, лет 10. Я у деда еще играл на телефоне. Ебать, у деда, походу, там, блядь, компьютер космический, а не телефон, что он Roblox тянул. Не. До 100%. Да какой нахуй? А чё, у тебя дед нормальный мужик? Да, нормальный. Самогон гоняет? Есть. Нет? И я сам... А? Да я сам тоже немножко. Немножко гоняешь, да, хулиганишь, да? Ну не самогон. А что делать? Там покрепче будет. Покрепче будет настоечка. Нифига себе настоечка. Из козлей нам еще что-то. Ну так поэтому ты, блин, ростом 150-й, голос тебе пискляю, потому что пьешь, что попало, блядь. Водка, это ничего попало. Подожди, ну ты хочешь сказать, что ты реально, блин, ростом 170 просто? Ну, блядь, я могу, не знаю, сфоткаться там отправить, но только лицо не показывает. Не, такое меня не интересует, не, ну просто это реально, это капец как мало. Ну какой мало, блядь, рост 170 нахуй. Не знаю, ты там не самый низкий в городе? Нет. Точно? Я вообще считаю высокий из школы даже, блядь, у нас там 500 человек, ты чё? А, у вас специальная брать? Школа гномиков? Да. Понятно, прикольно. И вы там все дотеры? А ты, кстати, слыхал сказку про трех медведей? Нет. Один, который твою маму... Ладно, забей, забей, смотри. Тут я же перегрубил, да? Согласись. Не бля, ну ты сейчас всегда ты играешь. Ну да, 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 играю. Бывает все-таки такая... Я тебя так и слово не хотел проверить. Ну, слушай, рыбак рыбака, да? Да. Да, 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 да. Ты да, я вообще думаю, как тебя проверить? Вспомнил шуточку. Ну, слушай, это нормальная шуточка. Она козырная все-таки, мне больше кажется. Эх, блин, вот хорошо, когда вот так вот живешь, и ты не понимаешь, что ты не один такой дотер на свете. Да. А чё, вначале сказал, что не играешь? Специально меня проверял, типа? Да, да, тоже тебя проверял, потому что, знаешь, сейчас комьюнити дот такой опасный, как бы, мало ли. А ты сейчас стримишь, что ли? Я просто слышу, что у тебя там компьютер. Ну, типа, наличие компьютера в доме обозначает, что я... Да нет. По голосу, как будто кого-то напоминаешь, вот прям. Я? Из ютуберов. Ну, хуй знает, мужик, ютуберы, вообще смотреть ютуберов, это странно, конечно. Я не знаю, кого напоминает. А, знаешь, кого напоминает? Кого? Я, короче, в гитарном кружке занимаюсь, и я там пою, и девчонки говорят, что, короче, голос похож на какого-то Диперса. Диперс, что-то такое. Диперс? Ну, Диппинс. Может, да. Диппинс? Да, может, Диппинс, я не помню. Что-то там у него песня есть какая-то. Убегай, давай, дыши, что-то, знаешь. Диппинс. Да, да, наверное, он. Наверное, да. Похож, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Я просто не шарю, где за Диппинс. А как ты посмотришь? Он что-то ездит сейчас? Че? Он где-то сейчас есть, что ли, в интернете? Ну да, в ТикТоке. А, так он же там не разговаривает вроде, нет? Ну он точно не влогер. Да ну нахуй. А, чё там? Алло, что там? Алло, что там? Алло, Илюх. Алло, что там? Алло. Алло, алло, что такое там? Это что, реально ты, что ли? В смысле? Премиум. Кто? Я, Диперс? Не-не-не, я не Диперс. Диперс. Голос один тот же. Ну, я говорю, похож. Девчонки говорят... Бля, девчонки говорят, похож, но я не он. Понятно. А чё, никто не забыл? А, да я тут ищу друзей поиграть в Roblox. А ты чё тут делаешь? Какое же совпадение? Диппинс тоже в Roblox играет. Да? Да.
Вот он чмо ебаное лопухное, да, скажи? Скажи, да. Я сейчас слышал, что он... О, я вообще... Ебать! Ебать! Вот это удивительно, слушай. Ты же знаешь, что он влогер, да? Ну. Ну вот он чмо ебаное, за то, что влоги свои снимает. Почему? Ну, потому что влогер это лох. По определению. Да нет. Не. Не, я не знаю, но вот я на стримах у него не сидел, то я сидел у него на стримах когда-нибудь? Нет, ни разу. Да я и даже до этого не знал, кто это вообще. Нет, знал, попадался там иногда. Ага. А где ты увидел, что он в Roblox играет, как ты это посмотрел? А у него там видос есть. А. Я просто у него все видосы смотрел. Ну я имею в виду сейчас пока пролистывал. Да, а подожди, так а можно же сейчас посмотреть? Бля, может мы сейчас с тобой на Диппинса попадем, слышь? В прямом эфире. Он же это на стримах делает вроде, да? Я сейчас смотрю и вижу то, что он в Никтоме. Ну, это Ладно. Ты видос смотришь, правильно? Да? Погоди, сейчас. Погоди. Бля, ну что там? Чё ждать-то? Алло. Блядь! Скажи, пожалуйста, что ждать? Мне просто начинается ломка у меня из... Алло. Да-да-да, алло. 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 Я говорю, он просто тоже это... В Никтоме сидит. Как бы... Какое же совпадение? Так я... Ты где смотришь? Ты на Ютубе, что ли, смотришь? Да. Так ты посмотри, сейчас, может быть, он сидит, блядь. Прям сейчас. Он же это на Твиче делает. Зайди к нему. Я просто не могу, я сейчас на Твиче играю. Да. Посмотри, может, сейчас попадемся на него, поищем. Ну да. Типа это не ты, ну ладно. Буду тоже подыгрывать. Так, сейчас вот посмотрим Диппинса. Ты что, со мной умный, нахуй? Тут козюля, бля, попал, ох бля. Ты ж, Диппинс стримит. Или это не он сейчас? Заходи. Скажи, когда зайдешь. Погоди, сейчас зайду сейчас. Сейчас. Вовел, так. Да, заходи. Ну, спасибо за факт. Ладно, не обижайся, это было очень забавно. Ну а потому что нахуй ты мне ломаешь всего малину? Давай, я тебе тоже буду подыгрывать. А? Ой, ну давай. Чё? Давай, поздно уже, блядь. Попал к Диппинсу, ёбаный ломать. Ну всё, хороший повод начать стримы смотреть, согласен? Согласен. Да я тебя и до этого как бы смотрел. Ну и вот я только-то и понимаю. Вот так вот он, прикинь, находит лохов, троллит. Ну не таких, как ты. Я тебя сейчас не троллил, считай. Я просто так. Нет. Ну я смотрел там тоже беременна в 16, вот это вот. Ну, короче. Ага. Видел видосы. Ну вот предлагаю Пол прям на прямые эфиры, бля. Пол это самый молодой король сейчас поколения. Короче, надо заходить нормально в его войско, пока он сейчас еще не сильно расхайпился. А то, прикинь, потом будет его 500 тысяч смотреть, что вот будешь делать. А то заранее, Пол. А, ну да. Ну все, давай, Лёх. Стой, я покажи еще раз. Факт? Я за скрин. А то не поверят, да, блядь? Скажешь, Диппинс на стрим зашел, мне факт показал, блядь. Сфоткала? Все, да. Все, давай, пока, Семён. Блять, какого мне школьника найти, проспонсировать ему, денег дать? Кто-нибудь хочет со мной сыграть и получить деньги, бля, в Роблоксе, нахуй? Алло. Алло. Привет. Привет. Чё делаешь сейчас?
Сижу, а ты что делаешь? Я сейчас в Roblox играю. Кто в этот тайминг? Ну, понятно. Ты в Roblox не играешь, ты что? В Roblox? Ну да. Нет, только стендов. Блин, а может в Roblox играем, слышь? Блин, в Roblox? Прям в Roblox? Да, да. Ну не знаю, не знаю. 50 рублей сыграю. А что, тебе деньги нужны? Ну не так просто, чтобы сыграть. Ну слушай, как это по-мразински, нет, не думаешь? Ну блять, может быть у меня просто игра 50 рублей стоит. Roblox бесплатный. Нет, у меня платный. Ты чё, блядь, ты чинду порешь какую-то? Чё? Чинду кого-то несёшь? Иди в Roblox, поиграй, успокоишься. Ой, блядь, идите да нахуй, блядь, пойдите, поиграйте, блядь. Вступилась нахуй, сестричка. Алло. Алло. Здорово. Здорово, привет. Чё делаешь? Я ничего, а ты? Я в Roblox сейчас играю, ищу тиммейта поиграть. Да, ничего себе, классно. Сколько играешь? Я, изредка. А может сыграем тогда? Я просто ищу, блин, не могу ни с кем поиграть, у меня друзья не играют. А чё никто не играет-то? Ну потому что, блядь, все в CS, Dota. А, ну понятно, все с ними, да. Ты поиграешь? Сейчас? Ну да, это вот мне Ник сейчас скажет, я найду, поиграем. Просто тут режим, понял, где надо два человека в коляске, один другой везет его. Куда везет? В коляске? Ну типа обе, понял? У меня запускается долго. Долго запускается. Ну пока запускай, поговорим. О чем? Ну обо всяком. Тебе сколько лет, как зовут? 14. А зовут как? Лет. Слава. Слава? Слава. Ага, понял. Прикольно. Ага. Прикольно. Да. Я Стас. Имя классное. Ну, блядь, тебя тоже. Запускаешь Roblox пока? Да, я же говорю, долго запускаю. Ну, давай, я есть что подожду. Чё, Слав, вообще, позже чем занимаешься в 14? Да, учёбой занимаюсь и всё. Точно? А что ещё? Ну, мало ли там, не знаю, ютубчик снимаешь. Не-не. Мне когда 14 было, я снимал, понял? Да, чё снимал? Летсплей по Майнкрафту, там Бедварс мы снимали с другом. Нифига. И как, популярный был? Не получалось бандикамом записать, короче. Да, блядь. Это просто пиздец, мужик. Чё? Ну это невозможно пройти просто, имею в виду вот то, что я сейчас играю. Во что играешь? Ну я же говорю, в Roblox играю, в обе. А, какое? На, блядь, на велосипеде. А. Ну и ну, блядь. А чё ты, Слава, чё ты, вот, чем занимаешься сейчас в свободное время? Да, в ТикТоке сижу и всё. Мне делать больше нечего. Каких блогеров смотришь в ТикТоке? В ТикТоке? Да чё попадётся, то смотрю. Ага, Даня Милохина нравится тебе он? Нет. А кто нравится? Да, мне вообще без разницы, но не Даня Милохин точно. Слушай, а вот можешь что-то вот такое сказать, что только пацаны в 14 лет делают? Что, например? Ну, тебе же 14 лет, ты пацан, Слава, что они делают такого в 14 лет? Что только пацанам знакомо? Чешут жопу, нюхают потом. Не делаешь так? Слушай, Слава, ты как узнал, блядь? Я просто проверял, пацан ты или нет, потому что у тебя голос похож на девочку. И ты просто очень хочешь получить чуть-чуть денег, когда поиграешь в Roblox. На девочку голос похож? Да мне многие так говорят. Ты там, где учился, я преподавал, блядь, ты знаешь это вообще? Как ему говорят, как ей говорят, на кого у него голос похож. Чего? Чего? Не понял, что сказал. Все, не мычи. Roblox не запускается. Ну тогда учись давай.
Давай, давай. Вот это вот, блядь. Да он не выкупает просто, это выкупает, она причем сидит. Если у пацана спросить 14-летнего, что ты делаешь такого, блядь, что только пацаны знают, скажут, ты что, долбоеб, блядь, или что вообще? Что делают пацаны, ты что, дурак нахуй? Они начнут думать, блядь, что там пацаны делают в 14 лет. Вот так вас испалить легко, понимаете? Сидит какая-то там, блин, Лариса, лет 15, ему 14, что ты от него ждал? Блять, 14 лет любой пацан скажет, пацану, который спрашивает, что пацан делает 14 лет, скажет, ты что, дурак, что ли? Это не Слава, это подписчица, короче, это подписчица, это стрим-снайперша. Да парень, это стрим-снайперша, клянусь, нахуй. Не злитесь, никто не злится, не паникуй. Поняли, я с чатом разговариваю, один чел в чате просто с ником Чолик вот так заходит. Блять, не злитесь, вот здесь, вот вы здесь, а я вот здесь. Не злитесь, блять, не злитесь. Клянись. Проверим на другом. Хорошо, давайте проверим на другом. Вот смотрите, смотрите, смотрите. Внимательно. Алло. 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 Угу. Алло. Алло. Здорово. Привет. Смотри, как тебя зовут и сколько тебе лет? Никита, 16. Никита, ты вот можешь вот сказать, что такого делали все парни вот в 16 лет? ЧТД, нахуй, понимаете? ЧТД, блядь! Просто пошел нахуй! Понимаешь? Вот и все. Понимаешь? Нет? Еще, блядь, да посмотрите, это всегда так будет. Алло. Мамочку твою, мамочку. Мамочку твою. Алло, не могу, занята сейчас. Мамочку твою, мамочку, мамочку. Ебанат. Алло. Да, да, да. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здорово, здорово. Как зовут тебя? Станислав. Вас. Станислав. А, ты? Да, Станислав. Тебя? Да, я Илья. Станислав, это сколько тебе лет? 15? 14. 14. О, слушай, а ты можешь сказать, что такого все пацаны в 14 лет делают? Например. Ну вот я у тебя спрашиваю, что такого все пацаны делают 14 лет? Что только пацаны понимают и знают? А? Я ж не все пацаны. Я откуда знаю, я ж не все пацаны. Угу. Ну вот, правильно, правильно. А вот это вот, те, кто начинает придумывать, блядь, что-то там что делать, понимаешь? ЧТД, красавчик Станислав. Играешь в Roblox? Нет. Я ему ответил на нет, просто, сори. Сука, продюжишь. Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, блядь, я не могу, я немощный, я не мощность, я не может, он не мажедирует, это нереально, блядь. Я не могу пройти, сука, на этом велосипеде. Блять, блять. Оно просто слишком тонкая палка. Я не могу, я не могу, блять, я не могу. Я в воде. Да, ну почему так поставили здесь блоки, блять? Ну почему? Ну нет! А-а-а. Не могу, ну не могу. Нет, не могу. Буки-каки, буки-каки. Иди нахуй. Буки-буки-буки. Подписались, смотрим. Блять, что это? Это какой-то пиздец, ребят. Пиздатый, ты все такие чел. Я лучший, блядь. Самый молодой король, запомните. Бля, хорошо сказал, да, вот это? Самый молодой король, нахуй, ебать. ЧСВ так и прет, заметьте. Так, сегодня у нас плюс 2 фаната на стрим, да? Супер. Тихо-тихо-тихо. И шаг, сука. Да-да-да-да! Слезы радости, да. Сейчас. Сучка скользкая, блядь.
Заканчиваю. Все, сейчас вот это пройду, флаг вот этот. Этот чмошник на мотоцикле. Слышь, алё, блядь, здесь на велосипедах только. Тварь. Пошел нахуй.